Ну что, идем смотреть, что сделали на участке. Сейчас посмотрим. Ой, а там-то сколько борщевика на том участке много. Вон уже машина приехала, бурение скважин на воду. Но это не мы, это соседи будут. Что? Здесь тоже 130 колец, да? Ну что, уже лучше. Уже хоть травы нет, и то хорошо. Слышь, Вов? Что только с этой землей теперь делать? А? Слушай, ну хорошо, молодцы они. Все, смотри, как выровняли. Узнаете участок? Я нет. А вот здесь так вдоль забора ничего не сделали. Нам, наверное, придется самим делать, да? Ну, нормально. Не выровняли. А? Нормально? Ну, правнее стал, да? Ты когда бурелом в субботу был, хуже было, да? Здесь было вообще бурелом. Да? Ну, все равно, видишь, вдоль забора, наверное, трактор не может пройти вдоль забора, траву оставили. Вот здесь у нас был борщевик. Когда все убрали, все деревья, кусты, и открылся вид на пруд. Такую красоту. Я вам сейчас покажу деревья, которые здесь убрали. Что с ними делать, вообще не знаю. Да, надо приезжать, весь мусор собирать. Ну нет, хорошо они поработали. Как ты думаешь? А? Все хорошо сделали, только вот под деревьями. Я так думаю, там, наверное, трава и осталась, да? Смотрите, какая гора мусора. Куда это? Как вообще? Смотрите, железки. Что это? Кровать была. Молодцы, ребята. Все сделали. Вот такой мы тоже хотим бытовку поставить. Это, по-моему, 4 метра, 4 на 2. Будем на неделе заказывать бытовку. И... сейчас выберем место, куда ее поставить. Раз, два, три. Раз, метр, два. Да, четыре. Четыре на два. Вот наш участок. Как видите, уже расчищен. Вот, видите, смотрите, стекла. Все это нужно собирать, убирать. Тоже наша, да, железка? Да. А? Да? Бутылки какие-то. А вот это разве наше? Ой, вернее, это их? У них такое было? Или это... у них такое было. А? А, да? Такие. Сколько здесь получилось метров? 136 метров. Сейчас бурили скважину. 136 метров. 136 колец. Блин, 136 колец. Это глубоко. А до этого ничего там никакой воды нет? А? Не видите, да? Вот 136 метров. Это нормально как или нет? А бывает больше? А меньше? Где? 18? А. 136. А если 250? Сколько вы этих? Сергей Посадов, да? 250, да? А в Чехове сколько? 19, вы говорите, да? 2,5 сколько? Сколько у вас? Да. 2,5 стоит, да? Вот, сфотографируй. Я сфотографировал. А сколько стоит? 2,5 метра. 2,5 тысячи метров. 2,5 тысячи метров стоит, а, чтобы сделать скважину, пробурить. Вот такие цены в Москве. Ну, хозяин дадим, да. А как вы
вот это вот убирать, интересно. Я смотрю, не могу понять. Ой, а здесь веток. Ладно, деревья. А веток-то сколько? Надеюсь, клещей уже в земле в этой нет. Смотрите, какую гору нам нужно будет убрать. Что же делать? Раз купили, значит, надо убирать. А участок прям огромный. Слушай, как участок раскрылся, да? А? Комаров сколько, ты видишь? Да, комаров очень много. Я говорю, как участок, смотри, открылся, да, когда убрали деревья. А? Угу. Какой он здоровый, а? Да? Ну смотри, бутовку если... вот сюда поставить. Конечно, а почему вот ты не хочешь вон там ее поставить? К торцу, к дому. Туда прям? Да. Не замучимся ходить. Ну, не знаю, вот смотрите, пойдет. Я стою здесь, считайте, от забора. И вот. Мы ее потом, когда дом построим, тут же сразу же ее уберем. А там через дом как мы будем проезжать? Ну согласна, да, тоже. Угу. Ну давай здесь. Вот так вот ее прям поставим. Вот а где ты говоришь, ты расчистил? А я уже зачем расчищал, не знаю. А, понятно. Вот сюда вот так вот ее поставим, Катя. Видишь здесь? Ага. Ну это они поставят блоки здесь, вот так же. Вот она, 4 на 2. Ну давай, да. Вот так вот ее поставить. Угу. Машина прям рядом будет стоять. Давай. Мы сюда поставим бутовку. На это место. Ну, с другой стороны, да. Нормально. Ее заодно, в случае чего, можно и оттуда забрать будет. И отсюда забрать. Ну да. А где они пробурили-то? Что-то я не вижу. Вон, я же тебе показывал. Ну да. Облепили-то. А септик куда не поставили, соседи вот наши? Вот. Ага. Слушай, тогда ворот у них. А где ж ворот у них? Вот, я же не могу понять. Мне ж там где-то заезжать будет. Подожди, или, а или как же? Ну, как же? Удобнее же септик ставить ближе к въезду. Здесь у него будет 100% здесь въезд. Почему? Потому что у него дом там стоит, а здесь у него площадка. Где он там будет здесь жить? А, это вот этот сосед, да? Да. Думаешь, здесь у него будет въезд? А, подожди. Ну, а что ты у него не спросил-то в субботу, когда он здесь был? Вот. Если у него дом будет там, где он будет? Или у него, или вот здесь, ну, скорее всего, здесь. А откуда у него вот эти вот кучи здесь? Что он делает? Вот это он уже расчертил под дом, да, у него в середине? Да. Зачем так, не знаю. Ну да, если он в следующем году только строить будет. Ну, видишь, он траву покосил или что он сделал, да? Ну, у него ровный участок более-менее, видишь? Ага. Он тоже рядом. А рядом-то что строит? Еще один дом, что ли? Он с тем серым. Да? Я вот это не знаю. Они тоже, что ли, похоже, уже вырыли что-то? Что? Вот это вот. Под кирпичом? Да, это похоже. Вообще вот этого не было. Это похоже, да, они тоже вырыли. Это колодец? Ага. Скважина. Комаров, да, прям тьма. А у нас, наверное, воды еще больше будет, да? Или септик сделали. Или септик, да. Ну, в субботу, в выходной день приедем, они приедут, мы спросим, что они сделали. В общем, мои хорошие, вот такой вот у нас сейчас на данный момент расчищенный участок. Ох, у меня кот стырил, ладно. А твоя телега, где бочка? Ну, здесь спрятал. Спрятал? Угу. Ладно. Ну, сейчас хоть хорошо можно ходить по участку. Спокойно. За забором здесь деревья, березки. Смотрите, сколько стекол на участке. Все нужно собирать. Я вообще не знаю. У нас... Мы даже не знаем, за что нам браться. Опыта нет. Мы совсем зеленые в этом деле. Ну, будем потихонечку все делать. Будем цветочки сажать, деревья. Ну, в этом году, конечно, надо посадить деревья. Плодово-ягодные. В июне, наверное, начнем. Бытовку поставим.
и потихонечку будем сажать. Комаров очень много. А, оранжевый вижу, да. Угу. Может, из-за пруда, то, что рядом пруд у нас? Комары здесь, нет? Да? Как ты думаешь? Из-за пруда, да? А пойдем с тобой вниз, прогуляемся, посмотрим, там есть комары или нет. Мы тогда поймем. Из-за пруда. Ну, чуть-чуть туда. От пруда отойдем. Мы поймем, из-за пруда комары или вообще везде комары летают. Сейчас вниз спустимся, покажу вам, что внизу. Хотя я уже показывала, но еще раз покажу. Еще раз кучу малу покажу. Вот здесь вот они вырыли, да, 136 метров? Ну, туда, вон они, туда вырыли. А, вот здесь вот 136. Здесь тоже березки оставили, да, мы все спилили? Все деревья. У нас вон их только немножко по краю. По краю, да, нам достаточно было. Забор. Ой, а как здесь теперь обойти? Из-за того, что тут вот тех... Попилили деревья, ветки куда-то выбросили уже. И куда ветки дели? А, вон, сложили вот так. Машина едет. Ну, это из-за того, что бурили там, значит. Ну, это вот, мы сейчас в сторону отошли, посмотреть, есть комары или нет. Вот здесь нет комаров. А на нашем участке полно комаров. Там машина какая-то едет еще. Почему веранда? Знаешь, похоже, в детских лагерях такие были домики, корпуса, помнишь? А? Вот прям похоже. Тоже с верандой. Похоже, да? В нескольких лагерях такие корпуса были, правда, они не деревянные, а кирпичные, наверное, что строили раньше. Здесь тоже уже двухэтажный строят. Ну, в общем, стройка идет полным ходом. Поедем домой. Все посмотрели, проверили. Можно бытовку уже заказывать, есть куда ее ставить. Уже решили, куда ее поставить. И будем потихонечку что-нибудь сажать. Что еще сами не знаем. Ну, наверное, в первую очередь нужно будет купить яблони. Такие вот деревья плодовые. Посмотрим, буду вам все показывать. Все, идем к машине и поедем домой. С вами посмотрели на участок. Все я вам показала. Буду постоянно снимать видео с участка и все вам показывать. Всем до свидания, мои хорошие. И до новых встреч.